Всем привет, ребят. Пол первого мы все-таки продолжаем трэшевать, продолжаем делать Колю. Ну, сегодня был, наверное, самый удачный Коля со всех, что был там предыдущих. Куча имбовых видосиков было. Ну, остался у меня вот пудинг напоследок. Сейчас будем хавать пудинг. Так, аккаунт принадлежит моему подписчику VipGame, не знаю, как его зовут. Нужен ворожей, хиллера вообще нет, один друид. Все по стандарту. Стрелок, Фрейя, Анубис, Бигфут, новая бабазина. Вот так вот. Так, смотрим на аккаунт. Аккаунт донатный. 56 тысяч самого уже задонено. Поехали, посмотрим. Гильдия. Бурундуград, вот так вот, Бурундуград, вот, БЗ, а, это буст 3, 20-30, факела 20-45, защита 20-52, форты 20-0, WhatsApp на экране, вторые, третьи места, кидайте заявочки, отмечайтесь, вступайте в гильдию, а мы поехали смотреть склад. Отлично, огонь просто. Знаю, что это за дрейк. Какой же у меня. Так. Ну, интересные сборки с огненной защитой. Кстати, очень-очень интересные. Ремка, берст недокачанный. Хороший аккаунт уже смотрю. Интересно. Так. Ну, дальше с талантиками. Печаль. Печаль, беда. Вот так вот все. Все печально, все печально, все печально. Ладно, не буду тянуть. Устал уже. Пора на пенсию. Поспать сначала, конечно. Так, князь тыква. Князь тыква. Афинка. Афина там ему не надо было. Вроде нет. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Просто сыпет. Пиздец. Это пипец. Посмотрите на это, что делается. Хороший, конечно, дроп, блин, но почему только такие... Повелитель бури. Сейчас посмотрим, нужен, не нужен. Недостающий. Афина недостающая. Огонь. Да мы уже до хрена выбили недостающих героев. А не радуемся. А не радуемся, потому что уже заебались этим героям. Так, поехали дальше. Малышник. Варлок. Седна. Не знаю, достающая, недостающая. Посмотрим. В общем, Седну мы заприметили. Кенди. Хотя он хотел на отхил. Вот Седну может прокачать на отхил. На всякий случай так. Плюс урон. Так, ниндзя. Мохнатка, ёпта. Вот так вот, ребят. Еще одна мохнатка. Перед этим был роллинг. Там видосик не записывался. 24 тысячи самов там, ну, простенький, я уже устал. И тоже выбил мохнатку очень быстро. Ну, мохнаток сегодня, если я так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, по-моему, моя седьмая, семь где-то штук. Мохнаток за вечер мы выбили, вот так вот. Ну что, поздравляю, недостающий герой. Поехали дальше. Тесса. Отдавайте по 150. Интересно посмотреть на это все. Да ни хрена по 150 не падает. Оу, Гаргул. Оу, Майк. Вот так вот. Ну, поздравляю, теперь у тебя есть еще дополнительный отхил, кроме Седны. Еще и Гаргул. Огонь просто.
Блин, да неплохо, неплохо. Смотрите, что мы делаем. Продолжаем унижать этот рандомчик. Ниндзя. Еще одна Афина. И еще Дед Мороз. Айда красавчики. И Химка. И все. И все. Да ладно. На тебе еще одного Гаргула, чтобы ты там не говорил, что нету кем хилить. Будешь два качать. И все. Да, походу, ребят. Еще одержимый в конце. Вот так вот. Добили. Добивочка была. Так, а ну-ка посмотрим. Ну, одержимый у него, думаю, есть. Ворожея, к сожалению, мы не выбили. Ну... Но все, что выбили, все, огонь. Так, забрать, забрать. Забрать. Блин, талантик имбовый выбили. Пятый сетик. Просто огонь. Так, ну что, давайте. Давайте сделаем. Уже коль начали там добить два этих. Что тут у нас есть? Заберем его скин на Гаргула. Бонусом. Ну, вроде все. Так, забираем плюшки. Забрать, 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 забрать. Все, с этим мы разобрались. Получить все. Ну, так ничего, смотрите. Еще и Гаргула отсюда забрали. Вообще, вон три Гаргула. А он говорит, ему хилить некем. Так, ну, предел на складе, это понятно все. Так, ну что, попробуем. Повезет, не повезет, не знаю. Это все рандомно. Давай. Склад. Еще один. Все. Еще и Тессу выбили. А ну-ка, и еще один, вот так вот добили. В общем, добили мы окончательно рандомчик. Отлично. Все, вот теперь вот уже точно все. Это мы забрать не можем. Сейчас заберем, откроем. Получить. Так, смотрим ордена. Талантик есть. Поехали, подкрываем героев. Так, Афинка. Бабуля. Ну, бастион пятый тоже неплохо. Один осколок. Ну, и воодушевление есть. Вот это тоже, кстати, очень круто. Пятый сетик. Так. Раз, два, три. Гнев приди. Две карты. Вот так вот. Две карты и раз, два. Роня. Роня, 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 Роня. Смотрим. Так, седну надо распаковать. Воу, и Ронина надо. Просто огонь. Четко. Четко, четко, четко. Седна есть. И Ронин есть. Че, сейчас Тессу глянем. Так, Тесса. Тесса, Тесса, Тесса.
Тоже недостающий герой. Вот так вот. В общем, все сделали по высшему разряду, как обычно. И Гаргул. И Тесса. Даже две мы выбили, что ли. Так, ну-ка идем еще пересмотрим, кого там нет. Так, ну, блин. Ну, Ниндзика он сам уже распечатает, я думаю. Захочет, не захочет. Так, Бигфут, Афина. Бигфут, Афина, Дракос. Так, смотрим. Точнее, не Афина, Афина уже есть. Дракос до локации. Рино есть. Ну, вроде как бы все. Так, Атлантик. Тыковка. Так, поехали. Надо вот этот вот Атлантик правильно пристроить. К сожалению, у него ворожая нет, и его ждать, в принципе, смысла нет. Но мы его поставим вот так вот. Поменять. Заменить. Почему? Можете посмотреть видосик. Так, окей. Давайте еще так потрешуем немножко. Бастион сюда. Гнев. О, Тесса с утеканием, офигеть. Круто. Так, живо. И еще утекание. Ну, это он уже сам себе кому захочет пристроить. Ну, вот так вот, в принципе, очень-очень даже неплохо. Так. Так. Коробочку прикупить за кулаки. Ну давайте, ладно. Я хотя не сторонник этих коробок. Попросил, мы сделали. Так, утекаха. Утекаха какаха. Куда тебя пристроить? Кому? Гаргул. Да, я даже не знаю, что... А, у него Дракос есть, кстати. Странно. Я втыканул. Еще один. У него тут Дракосов хватает. Блин, да хрен его знает даже, не знаю. Вот так сделаем. Короче, херня выпала. Потом кому-то поставить. Все, ребят, вот такой вот был роллинг. Я пошел спать. Надеюсь, вам понравится все, что мы за сегодня сделали. Все, всем удачи, всем пока.